мне поделать, я не знаю, что мне делать. Итак. Ой. А кто это тут стоит? Здравствуйте. А чё вы не говорите? Ну-ка. Это Камила. Ну, так уж и быть. Всем привет. Я не знаю, вы ни о каком канале, так что я ничего не скажу, о каком канале. Ну, саламу, всем привет. Меня зовут Her Little Majesty, а мою сестру Her Majesty. Если вы не верите, то вот, прочитайте. У меня есть вот такая крутая колонна. Давайте я вам покажу, как я в ней выгляжу. Какая я королева. Но я обычная маленькая девочка. У меня просто есть такая колонна. А еще у меня есть такая вот сумочка, где меня носит моя сестренка. Ну давайте я вам все расскажу. Мне 2,5 годика, а моей сестре 4. Она меня на 2 года старше. Ну, давайте я вам все расскажу. Это моя такая штуковина, я не знаю, как она называется. Ваночка у меня такая, тут такая лобка с сёсткой. А это моя сестра, тут тоже лобка. Это моя кроватка, а это сестра кроватка. Она наверняка скоро плоснется. Ой, совсем забыла. У меня же есть вот такой вот супер-пупер фонарик. Он такой классный. Это мой супер-пупер фонарик. И он очень хорошо светит. Это ботинки моей сестры. Скоро она плоснется. Давайте мы подождем. Ну, а у меня есть вот такие куколки. Вот. Вот такие у меня куколки. Давайте я вам покажу. Это вот такая куколка. Она самая большая. Она больше меня. Это вот такая куколка. Она тоже большая, она больше меня. И вот такая куколка. Она с размером с меня. А это вот такая куколка. Куколка. Она больше меня. У меня 4 таких классных игрушки. Давайте мы их уберем в мой подвал, потому что они лежат в подвале. Не знаю почему. Я достаю из подвала и играю. Ну, давайте мы их уберем в подвал. Совсем забыла. Мне ж кушать надо. Ну, я буду кушать вот эту вот конфету. Конфету. Она очень вкусная наверняка. Но мы ее вчера купили. Давайте мы ее попробуем. Она не грызется. Ее наверняка нужно сосать. Очень вкусная. Но я ее потом съем. Так, давайте мы ее оставим на мой обед. Я позавтракала. Ой, кажется, моя сестра просыпается. Ну, заслочно сюда встать и лизать. Ой, нет, как будто бы я сплю. Ой, она. Привет. Это что? Это Камила какая-то. Привет, меня зовут Her Majesty. А мою сестру Her Little Majesty. Давайте я оденусь, а вы пока что не смотрите. Да не буду за не смотреть. Ладно, я пошла, оденусь. Вот, я оделась. А, да молодец, молодец, молодец. А что нам делать? Я не знаю. Пришла Изи! Всем привет, друзья! Ой! Это я не сплю, я случайно. Мы на канале. А, канал Йокамидан. Холосо, будем так говорить. А, кстати, ребят, у нас новые платьишки, только пир не поменялся. Ну ладно, всем пока. Тут кто-то уже снимает. Да, тут уже мы снимаем.
Эта девочка меня уронила. Ее зовут Изи. Я услышал то, что ее зовут Изи. 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 Ну и вот. Одень свою корону. Ну ладно, одену. Все, я ее одела. И что мне делать с этой короной? Что? С ней играть? С этой короной. Ну нет, нет, нет. Я сниму. А можно я тоже сниму? Ну, конечно, снимай. Мы же дома. Что хотим, то и делаем. Тем более что? Мы одни. Ладно, сниму. Вот, я только буду в платьишке и своих носочках. Но не в своей пижаме. Пижамку я уже сняла. Или мне одеть все-таки пижамочку? Her Majesty. Что, Her Little Majesty? А почему тебе 4 года? Ну да, 4 года, а тебе 2 года. А почему у тебя тогда глаза наклассаны? Золотым. Ну, это детская косметика. Я тоже хочу себе такую детскую косметику. Нет, ее будет неплавильно себе наносить. Все плавильно буду. Тебе, значит, может тебе всего лишь 4? А я появилась, говорю, всего лишь через 2 года. Значит, можно! Нельзя. Можно. Нельзя. Можно. Нельзя. Вообще, уже ночь, пора спать. Ну, давай, спать будем. Когда следующий день? Сегодня было день рождения у Her Little Majesty. Ура, сегодня у меня день рождения! День рождения! Сейчас я одену свою пышную юбочку. Платьишко. Юбочка. Вот и мое платьишко. Пум. Так, лазбузу Her Majesty. Ой, а где она? Ну ладно, одену свою корону я. Сегодня же я. Буду вот так, а я вот днем рождения Her Little Majesty. Ура, спасибо, подарочек. Это же тостер, который я хотела. Давайте посмотрим, как он фуляет. Ого, как классно пуляется. Нет, он еще не пульнул, нужны батарейки, но он даже так может стрелять. Батареек. Ого, какой классный. Сейчас возьму только своих девочек, я их сейчас принесу. Вот твои девочки. Ура, они все увидят, мои девочки. Пускай. Они вот тут вот будут. Будут вот тут вот кусать. Девочки мои. Девочки красавицы. Да, твои девочки. Вот они. Туп. А сегодня придет кипер. И все остальные зверушки энчантбук. Да, придут. И пришел скунчик, скунс, кипер. А вот, кстати, торт. Привет!
Пер, это мэджики. О, прими теперь. Вот мой подарочек. О, спасибо, сейчас я его открою. И вот еще подарок. Ого, какой классный баланс. Да, нажми ему на нос. Ура, он даже прыгает, так классно. Еще раз нажми. У него две реакции. Да, просто прыгает и еще что-то. Он даже моет полы со своей швабры. Там грязные, блин, но это самый прикольный. О, понятно. Поставлю его туда. Моим девочкам. Ну и вот. А где Сейдж? Хозяйка моя, Сейдж. Она дома осталась. Она не любит ходить по гостям. Да шучу, она пришла. Шучу. Сейчас придет. Привет! О, привет! Ой, у вас тут так много всего интересненького. Да. И, кстати, вот такие интересные мультики Кейпер Энчантималс. Да? А мы не знали, что тебе они нравятся. Ну, еще не знаю. А следующие мими придут? Да, придут. Вроде бы. А нет, не придут. А почему? Серый заболел. Ой! Да не Серый заболел, а Снежок. Он не придет. Фу ты. Не болеет он. Сейчас придет. И пришла. Кто же? Конечно же. Мушка и Тики. Привет! О, привет! Привет, Мушка! Привет, Тики! Вот это наши подарки. Вау! Так, сейчас я отойду. Пока что. Племена. Давай залезь сюда. О, да, залезайте в ванночки. Это ванночки, если что. Ой. О, время есть. Кто? Ну, пока что мы не будем есть, потому что не съесть. Вау! Тики! У тебя такой прикольный подарок от Зазума. А у тебя, Лушка? А у тебя, Маршал? Какие они прикольные. Кав-кав. Ой, они такие прыгучие. Вот самый холостый подарок. Вот самый холостый. И пришла Мэл и Юнити. Привет, это мой подарок. Какой красивый цветочек, колокольчик и вот такая божья колобочка. Все, давайте посмотрим, как она бегает. Как прикольно. Прикольно. А на этом, ребята, всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.